Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжаем троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам, именно вам мы записываем эту серию. Да, ребята, кстати, большущий пальцы вверх на вот эту серию прямо сейчас, если хотите больше видосов с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Даже индос, погнали, все, ничего, конечно, все, оставить мне, собственно, я пошел, все, давай, пока. Тебе слова никто не давал, тихо там будь. Все, ребята, давайте начинаем. Да, ребята, как видите, я уже все построил. И сейчас вам буду рассказывать, показывать, как Жека будет троллиться в этой серии. А перед этим, ребята, ставьте большой палец вверх. Если еще не поставили, ставьте прямо сейчас. Мне действительно будет очень приятно. И, ребята, что мы будем делать в этой серии? Кто не знает, у Жеки на канале недавно вышел клип, где мы там вместе с ним снимались, да? И в этой серии я попробую его переснять, клип, потому что Жека в том клипе был немного стеснительный. То есть он немного стеснялся, поэтому в этой серии мы попытаемся его раскрепостить, чтобы Жека такой потанцевал и всякое такое. Жека у нас же стеснительный мальчик, да. А поэтому знаете, что мы будем делать в этой серии? Мы будем переснимать. Но в первую очередь ему нужно будет выбрать оружие. Одно из трех. Или ножичочек, или розочка, или зубочистка. В принципе, урон везде одинаковый, по 6 урона. И после этого ему нужно будет выйти на самое вот это поле испытаний. Как только он выйдет сюда, ему как бы не будет другого выбора, у него не будет другого выбора, ему 100% будет нужно наступить на вот эту плиту. И потом эта плита телепортнет его туда высоко, и ему нужно будет попасть вот сюда, в эту воду. А как он выйдет? Ну, потому что тут возле двери будут невидимые блоки, через которые он и выйдет. Да, в чем будет заключаться мой троллинг? Ему нужно будет собрать 5 баксов, чтобы нанять певца, чтобы потом записать себе клип. 5 баксов будут находиться вот в этого охранника, который называется Хач! Хачапурчики, да, потому что хачапурчики нам, хачапурчики помогали нам клип записывать, а это король хачапурчик. Ладно, все, не буду смеяться. Один бакс будет вот тут, один бакс будет вот тут, на вот этом тинтиране, да. Ему нужно будет тут просчитывать свою дорогу, чтобы потом вернуться обратно. Один бакс будет вот тут, один вот тут в подарочке на Новый год, два в охранника, и последний будет спрятан вот тут. Тут, сюда он никак не сможет пройти, потому что тут невидимый блок, ему нужно будет собрать код, который также будет находиться одна цифра вот там. Одна цифра будет написана вот тут 9, одна цифра будет написана вот тут даже в самом начале, вот, семерочка ему нужно будет запомнить. И одна цифра будет находиться, дай бог в памяти, где еще будет одна цифра находиться. А вот в этого охранника будет еще одна цифра, не только бабло, а также цифра. После того, как он соберет 5 баксов, ему нужно будет найти кирку, которая будет находиться вот тут. Не знаю, догадается ли он открыть вот этот сундук. Он потом сломает вот этот забор, наймет вот этого знакомого за 5 баксов, то есть продюсера, да, нужно его, наверное, даже переименовать. Вот, продюсер у нас будет. И после этого его нужно будет завести вот сюда внутрь, и тут Жека будет снимать свой клип. Да, как видите, вот этот король хачапурчик будет очень сильный, Жека его никак не сможет убить. А я скажу то, что с него там выпадает самый там большой секрет, с помощью которого ты сможешь пройти там дальнейшие комнаты. Но я скажу, Жека, а ну давай прыгивай сюда на вот этот блок, и потом вот этот король хачапурчик за тобой побежит и упадет сюда вниз. Но он не побежит, он его столкнет просто, и Жека упадет сюда в пропасть. А как нужно будет убить вот этого короля хачапурчика? Вот, открыть вот тут эти люки, и чтобы он сюда вниз упал. После этого я заставлю Жеку вот тут танцевать, плясать, типа, у Жеки миллион, и всякое вот такое, да? И после этого я выпущу его вот сюда. А тут, в принципе, ничего не будет, ему сразу нужно будет зайти в студию, чтобы записать свой голос. Если он, допустим, захочет прыгнуть вот сюда, он упадет, потому что я ему даже ничего не буду говорить, ему, Жека, иди сюда, в сундуки. Жека просто очень у нас любопытный, он сам сюда прыгнет, я просто уверен на все 100%. И после того сам упадет вниз. Я скажу, Жека, я даже тебе не горю туда прыгать, не знаю, зачем ты это сделал, ну да ладно. В принципе, идентично также вот с этой стороны. После этого он зайдет в студию. Я скажу, Жека, ты, конечно, там плясал, пел, но тебе нужно сейчас записать идеально, то есть в студии, песню свою. Поэтому давай, Жека, начинай.
Жека будет тут петь, и когда мне уже надоест, я скажу: Жека, ладно, заходи в эту комнату. После того, Жека зайдет в эту комнату, я его закрою, я скажу: Жека, просто клип, просто бомба, настолько бомба, что она прям взрывается на каждом шагу, в буквальном смысле. И потом я тут сломаю потолок, на него повалится Тинти, я скажу: Жека, ты прям бомба-клип, просто бомба-лейла просто какой-то. И, в принципе, все, скажу: Жека, молодец. Молодец! Да, и в принципе на этом наш троллинг будет закончен. Сейчас давайте будем приступать к самому троллингу. Мне даже интересно, что там Жека для меня построил. Да. Жень Дос! Что ты меня так пугаешь? Я готов на все 100%. Эдисон, я тебе, короче, вот слушай меня. Я перед тем, как ты будешь на стоп не проходить, слушайся меня. Ты должен слушаться меня. Вначале заключаешь демод 0, но ты ничего не ломаешь, пока я тебе сам не скажу. Хорошо, командир, давай. Все, молодец. В общем-то, Эдисон, как мы все знаем, в предыдущем троллинге ты меня назвал бабой и пытался сделать из меня мужика, правильно? Я тебя спрашиваю, правильно? Не было такого. Ты же стал мужиком, ты, Эдисон, слушай меня, говно. Не стал ты мужиком, ты бабенца еще больше не стал. Я вообще-то мужик. Бабенца. Так вот, сегодня я так подумал, Эдисон, ты уже такой старый. Тебе уже 21 годик, уже, я смотрю, ты уже просто рассыпаешься, костяшки есть остыть. В общем-то, я, конечно, очень тебя жалко, но я все-таки хочу, чтобы ты стал опять молодым. И сегодня я тебе предлагаю доказать, что ты еще молодой. Только давай без паркурчика, пожалуйста, я не хочу прыгать. Нет, пердун, да. В общем-то, ладно, давай, Эдисон, простое испытание, тебе нужно всего лишь дойти до дверей, и все. Да что ты... Что-то не получилось, да? Ой, что-то... Эдисон, смотри, какой ты старый, уже до дверей дойти не можешь. О! Эдисон, ножки-то дряхлые стали. До дверей даже дойти не можешь. Да отстань ты от меня. Может, я и похож на бабу, но я хотя бы не такой дед-пердун, как Эдисон. Жека, как бы тут вообще реально пройти, не? Ты какой-то старикан, Эдисон. Ууу, пердун, смотри, пердит еще, где ты пердил? Ууу, нафунял, набдел. Жека, дай мне сосредоточиться, паскуда ты, а? Ты, блядь, он уже не может сосредоточиться, пока я... А я вообще не понимаю, куда мне прыгать. Уже ничего не понимает, мозги атрофировались. Эдисон старик. Жека, ты какой-то дебил. Ты тут... Жалко мне тебя, Эдисон, жалко. Не знаю, может, посмотрю, что-нибудь в стенах, может, что-нибудь найдешь там, не знаю, в стенах. Да ничего тут нету, отстань от меня. Попробуй, может, что-нибудь найдешь в стенах все-таки. О, кажется, есть. Ой, доперла твоя старая башка. Ой. Надо сделать какую-то хрень, а. Так, ладно. Эдисон, смотри. Ну, можно я сюда ставлю? Да, нажми. А, в общем-то, смотри. Да что ты делаешь, Эдисон? Ну что ты? Говорит, будешь слушаться меня? Ладно, все. Да ты пехни меня обратно. Не-не-не, ладно, все, ты уже это. Ты уже здесь. Вот, ты затроллен. Вот, прыгай вниз. Украл мою идею, фу, плагиатчик кончили. О, господи. Как бы нет. Ой, украл мою идею, капут. Короче, Эдисон. Ой! Ладно, вот так. Пердун ты. Да. Ой. Да ты можешь ничего не тыкать, боже ты мой. Знаете, он уже настолько старый, что ничего не понимает, что ничего не тыкает. Эдисон, смотри. Пожалуйста, реально ничего не тыкает. Да бьё. Ладно, всё, я... Стоять на месте и не двигаться, ты пердун старый. Ну. Так, баба, рот на мужика не открывай, ты мужиком еще не стал, у тебя права нету на меня, рот закрой, ты бабе слова не давай, рот закрой, я хочу на вот эту кнопку нажать. Да ёпарас, ты меня заколебал. Нравится, или что? Ладно, все. Эдисон, смотри. Командуй, баба. Представим, что этот телевизор работает. И тебе нужно его выключить. Он как бы так работает. А, ну вот. В общем-то, Эдисон, у тебя есть три варианта. У тебя есть три проводка, которые ты можешь обрезать. Синий, красный, зеленый. Да никакой не работает, я уже все протестировал. Вот. Я просто на кнопку нажму и все. Боже. Так, смотри, стой. Эдисон, ты можешь ты так не быстро не идти? В общем-то, Эдисон, смотри. Тебе нужно забраться наверх. Мы будем сегодня проверять твою выносливость. Побежал. Ну, собственно, иди, да. Ты еще, может быть, не такой старый, как кажется. Может быть, у тебя еще есть силы. Жека, через 3 годика ты таким же будешь, так что не переживай. Мне еще 3 годика. 3 года? Я еще молодой. 17-летний парень.
А ты уже дед Пердун. Да, 21 год. Ой, какой страх. Ты почти забрался. Ты почти забрался. Я уже вижу, что ты пердишь по дороге, ноги отвалятся. Тяжело, да? Тяжело забираться, да? Да, да, да. Эх, тяжело. Жека, я еще умру просто. Эдисон, ты почти забрался, я тебя поздравляю. Почти забрался. Молодец, ты забрался на самый верх. Да что, что не так-то? Иди, иди, не бойся. Не хочу. Жека, как... Ой! Ой, а, под, ну подожди, ой. Ты меня как бы сам толкнул, ладно? То есть как бы... Я да, там... так, Не, я там стоял и выход искал. Ты меня можешь просто каждый раз так толкать и хорошо, все. Хорошо, Эдисон, окей, я телепортирую туда, хорошо? Договорились? Ты не ворчи, Пердун. Так, я тебя разворчался тут. В общем, давай, Эдисон, ты опять здесь. Ты опять поднялся, ты молодец. Ищи ошибки, Эдисон. Там нету прохода, Жека. Да что ты говоришь? Где тут? А почему тут нету невидимых стен, а? Ой, что-то нет ничего. Ничего нет, Жека, я тут постою. Эдисон, знаешь, что только в чем прикол-то? Ну. Тебе сюда-то, в принципе, идти-то и не надо было. Да? Ну, как оказалось, видишь, тут ничего нету. Если бы ты был не такой тупой и дряхлый, то ты бы, возможно, что-нибудь заметил внизу. Я как бы заметил твою могилку. Вот. Нет, это не моя могилка. Вот твою могилку. Ну ладно, хорошо, допустим. Ну, Эдисон, в общем-то, давай, иди туда опять. Не хочу я туда, меня ты пахнет просто. Ну просто, ну можешь вниз, да, да, молодец. В общем-то, Эдисон, ты не заметил одной вещи. Если бы ты был не такой старый дед Пердун, ты бы кое-что заметил. Поищи внимательно. Да ничего тут нету, отстань от меня. Вот ворчун-то. Ворчун старый, бегает. Ничего тут. Табличку прочитай! Ты да я видел, нет. Мне, что мне делать с этим лифтом, а? Ничего тут нету. Ну может зайти в него надо, я не знаю. Лифт, который тебя... Ладно, тупая твоя башка, так. Ну, в общем-то, Эдисон, оказывается, нужно было идти-то не наверх, а вниз. В общем-то, Эдисон, мы поняли все, что ты слишком старый. Ты попал в дом престарелых, ты не выполнил одного моего задания. Это ёхали! И теперь тут будет... Да, не, тобой... Жека, ничего не ломать, да. Ничего не ломать, всё. Всегда будет с тобой Ибрагим. Такой же старый, как ладно, и ты. Ладно, на самом деле, здесь есть выход. Выход из этой ситуации да, есть. Да, конечно, есть, конечно. Не, я тебе говорю, поищи, тут есть выход. Я тут постою, мне тут нормально с Ибрагимом. Ну ладно, ему, в принципе, нормально в доме престарелых. Хорошо, будет здесь оставаться. Все, я тут останусь. А выхода тут нету, я просто уверен. Ну, вот, да, я сейчас упаду куда-то. Ой. Эдисон, я в твою могилку попал, Жека. А выход из дома престарелых есть, но только... Ожил просто. Вот, я тебе таблички написал. Ой. Все, пожалуйста. Хорошо. Так, баба рот закрыла, а борщ приготовь. Давай, борщ. Вообще-то я стал мужиком, я метлой пол проломал, так что нет. Че, баба, давай борщ. Знаешь, где твое место? Знаешь, давай. Пошли за мной. Пошли за мной. Жека, все мы знаем? Все мы знаем, что ты очень у нас стеснительный. То есть ты даже у себя на клипе не мог подвигаться. Я просто потом клип твой вытащил, потому что ты такой стоял, убейте меня, я очень стесняюсь. Я стеснялся, это нормальное чувство. Гемот 0 включай. Я переволновался. Гемот 0 включай. Жека, запомни, ты можешь ломать только подарки и железный забор. Больше ничего. Хорошо, понял. Так, Жека, давай предыстория, да? Тебе нужно найти бабло, чтобы нанять продюсера. И потом тебе нужно пройти на сцену и записать там новый клип, где ты не будешь так стесняться, где ты будешь нормально там плясать, двигаться. Так, ну, ты понял, да? Чтобы не был такой зажатый, такой паскуда в себе. Ну, короче. Ну, да, я понял. Жека. Почему я стесняюсь, то паскуда? Я тут буду падать, я вот прям что-то... Да ничего ты не будешь. Короче, Жека. Просто, чтобы ты помылся вонючий. Тебе еще нужно будет найти 4... Под снегом. Да, тебе еще нужно... Каким снегом? Выключи снег, не нужно нам снег. Жека, запомни, тебе нужно найти 5 баксов, и тебе нужно найти 4 цифры, с помощью которых ты сможешь открыть дверь. На сцену. Хорошо, ну вот я нашел семерку. Мне можно я запишу ее, чтобы все буду? Ну как хочешь. И выбирай себе одно оружие, Жека. Розочка, ножичочек или зубочистка? Ножичочек. Знаете, он меня ту серию спрашивал, как называется этот нож. Он тоже не знал, поэтому я назвал ножичочек. Ладно, окей. Ну, я выберу, наверное, пожалуй... Ножичочек выбирай.
Да, ладно, ничего, Джек. Ладно, давай, Жека, да, бегом на поле испытаний. Ой-о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 й
давай. Так. Окей, я понял, спать туда не надо. Да. А как мне пройти? Ну перепрыгни. Ну как? Да там про. В смысле? Жека, там можно перепрыгнуть, я ж пробовал. Ты уверен в этом? Да, я как бы на серии показывал. Да как? Просто кривой! Кривожопый! Там же блок. А, ну да, там можно перепрыгнуть, но это как-то очень сложно. Ну. А подожди, а вторая ножная протачу тоже что-то делать, правильно? Нет, ну, только первая. Ну конечно, да. Здесь меня троллят туда. Да блин, не получается! Эдисон, помоги! Ну пробуй. Что-то здесь явно не так. У меня это... Он обманщик. Это слишком сложно. Я не помню, я раньше паркур проходил, я как-то проходил такие испытания, сейчас что-то не получается. Ой, дебила, кусок ты. Как это нельзя... Как ты вообще не можешь это перепрыгнуть? Я вообще не могу понять. Давай, 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 попробуй сам, давай. В смысле? Ну, хорошо, вот, держи, вот, на. Как бы я буду тебя ТП ходить, все. Не, мне нужно это проходить. Спасибо. Ну, в смысле, а как? Ну, я тоже не... Ну, ладно, давай. Помоги, убери вот этот блок сверху. Нет. Ладно, хватит, Жека, тут как бы вот проход тут в стене есть, дебила, кусок возле двери. Да. Ну ладно. Ой, мама дорогая, кто это? Это хачапурчики, Жека. Хачапурчики. Я сам угорал, когда их назвал. Хачапурчики. Так, это что такое? Хорошо, я, пожалуй, допрыгну. Да, что, ну это потом, чтобы убежать от хачапурчиков, ты потом поймешь. Ну хорошо. Так, ой, зачем я с тобой открыл? А, подарки можно, да, мне ломать? Да, подарки и забор. Тебе 5 баксов, ну, бабло на МакБК. Отлично, первый бакс есть. Так, Жека, тут у тебя есть тиран. Нужно дойти до конца, и там будет еще одна бабло на мана. Хорошо, я иду. Ну ты дурак. Ты просто дурак, Жека. Ой! Там была четверка, я заметил. Подожди, подожди, Жека, мне нужно перестроить, потому что ты слишком тупой. Подожди, подожди. В смысле? В прямом смысле. Давай, проходи. Вот, сейчас уже не тупой, сейчас нормально прошел. Так, ага, четверка и бабло мана. Бабло на мана. Давай, 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 Жека. Ой. Помогите. Молодец. 2 бакса уже, да, у тебя? Да, у меня 2 бакса, да. И 4. Проверяй сундучки, может там что-то будет войти. Там хачапурчик, знаете, я знаю, что сейчас там будет. Ага, опять у меня краснота. Краснота, опять краснота. Хачапурчик, я не могу себе пойду. Вот, Жека, это продюсер твой. Ну, ты знаешь, кто это, да? Да, я понял. Тебе нужно его... Тебе нужно его освободить с помощью, ну... кирки, и потом нанять его нужно с помощью 5 баксов. Ой, я слабо. Ты не можешь ломать, дебил. Я случайно, даже с одного удара ломается. А что, мне хачапурчиком бить? Да. Ура, вперёд! Хачапурчики! Они слишком жесткие! Помогите! Ну, убей хотя бы охранника хачапурчика, короля хачапурчика пока не трогай. Пол хп, помогите! Давай! О, молодец. С другого хачапурчика тут тоже бабло выпало. Иди подними. И короля хачапурчиков тоже нужно убить, у него просто очень важная штука есть. Так, ну давай. Что, по-моему, у него нифига нету, я прям чувствую, или я его не могу убить. В смысле? Что-то... Ой, сейчас настраивает его. Он что-то в него кладет. Да не, просто он тебя не... Он тебя просто не бьет, поэтому нужно что-то... А, ой. Да бьёт. А почему он за... О, бежит за тобой. Да, что ты со мной сделаешь, я не могу его убить. Да что ты... А почему почему-то за тобой не бегает? Вот это бред какой-то. Я не знаю. А к ней вообще надо его убивать? Нет, ну нет. Да, ну так я же говорю, с да него ты, там... Ты его просто... Чего? Меня с одного удара скидывает за 500 блоков назад. Ну вот, Жека, нужно, чтобы ты его обманул. Зачем же тут стоит вот этот блок золота? Да ты... твою мать! Я сажал свет на кнопку. Я не успею! О, молодец! Я упал! А ты его скинул, Жека, молодец. Да, я его скинул. Да, ты его скинул. Ты его даже обманным способом скинул, потому что смотри, как его нужно было скинуть.
Да? Да. Нет! Я знал, что так сделаешь. Так, сколько у тебя баксов, Жека? У меня 4. Тебе еще 1 бакс нужно найти и кирку нужно найти. А что, 7-4? Подожди, в смысле, у меня только 2 кода. А, 7-4, 7-4, нет. Ну, только 2 цифры. А нужно это 4? Так и с одного хачапурчика выпала еще одна цифра. Не, мне ничего не выпало. Выпало. Ну, 4. Тебе с хачапурчика выпала цифра. Не выпало. Ну ладно, цифра у хачапурчика была 6. 7-4-6, значит, хорошо. 7-4-6 это. Освободи вот этого. Так каким образом освобождать кирки нету? Найди как бы. Тут я сказал, лутай сундуки. Я вроде все полутал. Подарок есть. Не могу его взять. В смысле, не можешь? Открой его. Не, он там далеко просто. Да нет, можно. Да? В смысле, пролезть не нужно? Да нет, а что, так нельзя? Вот я отсюда. Не могу, как? Ну, попробуй сейчас. О, нет, 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 нет. Ну ладно, иди забирай. Так, хорошо, бабло, мана, да. Жека, кирку тебе нужно найти. А подожди, блин. Ну где ее искать-то? Ты просто слепошарый, ты меня стариком называешь, сам такой уже слепой. В смысле? Нет, я не слепой. Ну стоп, я же все сундуки я уже открыл, там просто тошнота. Ребят, может поможем этому неуклюжему? Не, подожди, может это я кажется знаю. Дырки может? Нет, не дырки. А что там дырки? А может там реально что-то есть? Да нет, ничего нет. Ладно, тупая ты башка, этот сундук тут что делает, а? В смысле, а его где-то сказал, нельзя там ничего ломать это. А, это можно открыть. Я думал, нельзя это открывать. Так, открыл продюсер. Продюсер, да. Нанимай продюсера. Ага, я нанимал продюсера. Нанял? Пойдем. Да, пойдем продюсер. А, Жека, как бы еще одну цифру нужно. В смысле? У тебя 7-4-6 есть. А где мне еще эту цифру брать? Так. Что-то слишком сложно. 7-4-7. Да посмотри ты уже на пол. Тупой ты, Жека. Тут же снегом завалило, непонятно. Что это? Тупой ты, Жека. Вот так теперь понятно. Все. Иди ты в задницу, давай, открывай. Это все за снег, я так себе сейчас вот так бы давай, все видел. Давай, пойдем, продюсер, ты что там? Да открой ты продюсер, ну что ж ты такой-то? 7-4-6-9, ну. Ну, продюсер, иди за ним. Вот, отлично, молодец. Продюсер, пошел. Ну давай, Жека. Так. Теперь танцевать, тебе нужно танцевать и петь песню. Не так, как ты делал это в клипе. Не стесняясь. Давай просто запевай и танцуй. Там подпрыгивай, садись, ложись, делай все, что хочешь. Давай. Сейчас, подожди. Как... Подожди, Жека, подожди, вот смотри. Опа. Начинай, я буду снимать. Что я стесняюсь? Хорошо, ладно. Захожу в топ, нету ничего нормального. Захожу в топ, снова темы там банальные. Короче, это все, да? Ладно, хватит. Ладно, Жека, ты просто молодец, ты молодец. Да, спасибо. Проходи дальше. Это же была моя цель. Это тебе наказание, тварина. Это тебе наказание. Кто тебе говорил туда прыгать? Никто не говорил. Ты сам туда прыгнул. Блин. А можно телепортироваться? Ой, ну давай. Да, все, телепортироваться. Так, ага. Студия. Давай, в студию, давай, Жека. Да. Ты просто для клипа записывал, а сейчас тебе нужно припев записать. Включай музончик, ставь какой-то диск, и давай будем записывать, Жека. Давай. Ничего не играет, я выключаю звуки. Давай, Жека, будем тебя записывать. Хорошо. Иди сюда. Не, успокойся. Вот тут, смотри, вот тут микрофон. Вот, да, танцуй и давай. Полностью весь припев, давай, Жека. Я не понял, какой это припев. Давай. В смысле, просто у Жеки миллион петь? Ну давай, там. Вот он там, кто-то он, давай. Жеки миллион. Вот он, Shadow, миллион. Вот он, Жека. Вот он, он. Ладно, все. Молодец, Жека, клип готов. И вот сейчас... Отлично. Жека, клип готов. Знаешь, какой он получился? Вот. Какой? Сейчас. Да. Иди туда. Да нажимай на кнопку. Бомбой получился, да? Да, Жека. Продюсер.
Импровизер, помогите. Жека, клип твой получился бомба. Все говорили, Жека, клип-бомба, просто бомба-клип. Нельзя ломать, Жека, клип-бомба. Клип твой, конечно, бомба. Всем он понравился, знаешь. А бомба везде взрывается, бомба, это ж бомба. Это ж клип-бомба, он везде взрывается, Жека. Бомба просто. Да. Бомба-бомба-лена. Ой-ой-ой-ой. Ну все, Жека, собирайся. Продюсер жив, да? Можешь его удалять, если хочешь. Да не, хоть походи, да. Пускай, думаешь? Да. Да. Теперь почему-то... Ой, он возле тролля поселился, видишь? Им там нормально. Ой, ну что, Жека, будем заканчивать на этом? Да, я буду заканчивать. Ребята, ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите больше видосов с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий мы будем выпускать, Жека. Да, и, ребята, пишите в комментариях ваши идеи для троллинга. И вообще, пишите разные комментарии, мы читаем их все. Так что, давайте. Так что, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.